Всем здорова, с вами Краулер. Я продолжаю проходить игрушку, которая называется «Приключения капитана Блада». И, наконец-то, спасибо чуваку под ником Мистер Deus Ex Human как-то дальше. Ну, я думаю, он, если посмотрит, поймет, о чем я. За то, что он подсказал, как подключить геймпад. Господи, просто... Ну, я, знаете, наверное, не из тех людей, кто там любит поковыряться в файлах игры. Там еще где-то даже ролик пошел слушать. А я давно, давным-давно забыл, как это было. То есть, знаете, когда ты в игру не играешь, начинается ролик, геймплей идет и прочее. Сейчас запустился ролик. Ну, давайте не тратить время. Приступим к игре. Опять этот засранец после обскура, он немножко... Слышите, как хрустит, нет? То есть, он прям играет. Не знаю, видно, нет, но... То есть он ходуном ходит после заруб у нас. Не скажу с кем, если это видео выйдет раньше. Так, играть, продолжить приключение, нормальное. Интерлюдия. Слушайте, наверное, интерлюдия, потому что я вот стрелочку уберу, да, то вам не видать там вот, ну, центр не видать. Давайте посмотрим ролик. Полагаю, вы мисс Лоррейн Лэнфорд? Нет, я Барби. Да? Откуда вы знаете мое имя? Вконтакте я нашел. Капитан Блад. Ваш отец прислал меня. Слава богу, он жив. С ним все в порядке. Где он? С ним все хорошо. Он ждет вас в порт-рояле. Надо уходить, пока противник в смятении. Да ты разнес полштаба. На моем корабле у нас будет время почесать языком. В каком месте? А, знаете, полигонов явно не пожалели, да, вот на центр. Центр, мадам, кстати. Неделя после... Как-то путаются в датах. То они 5 дней плыли, то разборки были, то плыли в другое место, и сейчас спустя неделю. Как? 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 И вот он всю неделю, короче, ходит. Смотрит, да, и неожиданно приплывает корабль. Да, как я понял. Он не заметил это, да. Slow motion? Вы... 18 плюс что поставить, я не знаю. Ну, по губам инстасамка какая-то. Девочка моя. Скалолазка ты моя. Девочка моя. Я почти перестал надеяться. И бросил пить. Советник, эта сцена трогает меня до глубины души. Но напомню, вы должны мне договор. Я так и не пойму, он нужно торговец с капитаном. Там, какой-то капер, искать приключения, просто пират. Такой наглый чувак, а. Документ готов, как и обещано. Но боюсь, при сложившихся обстоятельствах это просто никчемная бумажка. Почему? Почему? Похоже, вы играете со мной в игры, Лэнфорд. Да, в гвинт. Опасная затея. Не горячитесь, Блад. Пока ты вас еще не так было. Намочи пальцем. Испанцы вновь напали на порт-рояль. Так, и чё? На этот раз им удалось захватить губернатора. А без него ваш договор не стоит и дырявой лодки. Дырявую лодку можно на доске разобрать. А это уже время не зря не теряет. Скорбно это слышать. Мои шпионы донесли, что губернатор заточен на испанском флагмане, который идет в Картахену. Так. Надеюсь, его превосходительству нравится испанская кухня. Испанский вице-король грозит отрубить ему голову, если мы не сложим оружие. Мне кажется, спасение губернатора и в ваших интересах. Не. Возьмем пару быстрых кораблей и перехватим испанский конвой. Я уверен, что сейчас... Здесь, для защиты порт-рояля. Испанцы могут повторить нападение. Зачем, если не требуют, не думайте, блин, сдаться? Я сделаю это просто так. Теперь мои услуги обойдутся вам вдвое дороже. Это сотка, спасите, да? Спасите губернатора, и новый договор вам обеспечен. Сотка. Не сомневаюсь. Готов, да? То есть он 50 тысяч золотых. Удачи, капитан. Теперь сотка в два раза больше. Капитан Блад, хитрый ты жук. Вечер следующий день. Догнали там, вот
Они так путаются в датах, так же всрались, как в сериале «Ведьмак», а ты фиг поймешь, когда что происходит. Но здесь они просто временные рамки сокращают до каких-то, блядь, неимоверных размеров. Давай встанем за оружие. Кстати, у меня геймпад, и я... Так, это вылезти. А на какую стрелять-то? А. Так. Ага. Ага. Ну. Не особо, ребят, понимаю, слушайте. Как стрелять? Как... Так, это бить. Это еще раз бить. Давай, 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 садись. Спрыгай вниз. Это бомбу кидает. Он разве не бегал, слушайте? Попал. По-моему, он бегал, он какую-то кнопку. Бьет, бьет. Блок. Ой, тяжело мне будет привыкать. О, прям чувствую, чувствую. Я тебя так просто стрельну с тобой, чтоб боялись, короче. Давай, Волт, рули. Я тут лево-право не ощущаю вообще. Сейчас все разрушено. Что-то мне кажется здесь не так. А я могу? Не могу, да? И не могу перейти. Стрелять ярость, тяжело, так быстро. Действие, блок, перекаты, движение, подсказки. Вот. Блин, жесть, слушайте. Управление персонажем, да. Управление персонажем. Можно переключить? Вот. Можно мне, пожалуйста, включить клавиатуру? Я не готов к этому. Я сейчас всрусь только так, слушайте. Я нифига не запомнил сейчас, как атака работает. Перекаты. Так, ладно, перекаты. Я понял, ты перекатываешь? Здесь это как-то не очень работает. На какую казнь, блин? Ой, не, ребят. Снес паруса, но... Случайно нажал. Так. Здесь. Катится. Так. Ну, вроде бы как бы я приветовался, приловчился. Но как казни проводится, до сих пор не знаю. Есть кто? Да, есть. А, и хватать на Б. Другое дело. Перезарядился? Отлично. Этот чувак, он ходит, меня ищет. Вот я ушел отсюда, он шел за мной. Он, по-моему, круг сделал, так он медленно ходит. И вернулся назад, чтобы, короче, покарать. Какой был выстрел? Ну, бомба так бомба. Садимся. Блин, жесть. Жесть просто. Не знаю, как ты кинь проходил на геймпаде. Сложно же, пипец. А кораблей здесь столько, что... О, да. Ребят, не трогайте меня, я тут по кораблям стреляю, по вашим. Мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть, блин. Пальцы к нему теряются. Вроде все удобно, блин, но... Ха, ха, ха. Так, у тебя... Откуда? А, откуда не стрелял. Сейчас, сейчас, секунду. Ну, как тебе? Так, вроде все попадают. Перестань.
Давай, 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 секунду. Отопил, нет? Да, тонет, по-моему. Хорошо, это откинул его просто, видели, спас ему жизнь от ядер. Что-то там. А, бомбы. Оп, 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 пока взрывы идут. Так, я, по-моему, устанавливаю свой маленький скилл. Давай, мы успеем стрельнуть с этой пушки. И, я думаю, с нижней тоже мы сейчас успеем стрельнуть. Да, вообще. Прям, по-моему, здесь весь ряд по всем пушкам типа проходит. Должно быть так, я должен успеть. Карма. По-моему, что-то мне объясняли, что куда ты стрельнешь, имеет значение. Понятно, что паруса, но, по-моему, карма чуть ниже. Как это называется? Линия корабля, ватерлиния, да? Чуть ниже нее стрелять, чтобы там... Или это вообще было в варшипсе, но... Не будем исходить из этой тактики все-таки. И руби гадов. Хочет. Блин, придется теперь, знаете, «Пираты Карибского моря» пересматривать, что ли? Что-то прям... Катай. Чуть пушки не отнял. Так, оп. Да, в море их. Ах! А, блин. Я тут где-то сундук видел. Не помню тут где. Жизни бы восстановить. Вражеский корабль по правому борту! Где? Не наблюдать. Так. Точно выстрел. Просто прям на золото, по-моему, десятку выбил. Да, выбил. Ну на догонку, может там кто-то плавает. Я даже полетел в голову. Так. Убить гадов, как я помню, не надо. Главное... Всех перестрелять. Попал? Вот как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Куда он пошел? За пушку садится. Давай, катись, катись, катись отсюда. Как колбаска, как колобок. Никуда не уходи. Промазал. Паша, тебе там из рыбы намазал. Но не хочу, чтобы их было больше. Не потому, что испанцы на рыбу, а чисто как враги. Да? Их не должно быть здесь. Испанская лодка справа по борту. Испанская лодка. Так. Где правый бог? Ладно, ладно. Пофигу на лодку, ноги. Ну ладно, ладно, мы покатились в ту сторону, так сказать, в горку. Давайте прицелимся. Кстати, в фильме, если там Джек Воробей так катился, просто уклонялся от врагов так вот. Это бы прокатывало. Давай, плыви сюда. Не успею, да? А уже выстрелил.
борта мне не интересно, я не все время путаю. Где... Катись, 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 чувак. Давай. Блин. Ай, погоди, чувак, погоди, чувак, чувак, чувак. Надо его схватить. Они сами себя неплохо бьют, не стреляют. Оп! Попадание. И. Так, на удачу. Так, давайте я вам немножко помогу. Чисто из-за аптечек. По карамблю, так сказать. Недопиток. О. Просто удача. Чисто на скеле вывез. Оп. Так, сундук, кстати. Опять он сундуки пытается обнять, блин. Кто-то попал ему, нет. Блин, что ж с вами делать? Блин, долгие бои, настолько они убогие, блин, а? Просто бегать, блин, нажимать кнопочки. Ну, стрельни, стрельни, стрельни! Сейчас спрыгивай, спрыгивай. Давайте по лодке разрядимся. Ой. Так уже стреляю, блин, ну очень скучно. Плюс еще джойстик, блин, который мне нормально не дает стрелять. Здесь хоть нет этой проблемы, как с мышкой, ты типа чуть дотронулся, он в другую сторону катился, но все равно хорошего что-то мало я наблюдаю. Ай-яй-яй-яй, давай, упор! А, все, край. Давай лезь на борт уже. Вражеский корабль прямо по курсу! Вылези! Испанцы на борту! Да испанцы здесь уже живут, они уже все каюты здесь сняли. Настолько долго они здесь находятся, что я с ним ничего не делаю. Сейчас. Не уходи ты! Море! Море! Оп! Не ожидал. Вражеский корабль прямо по курсу. Море! На какую? О, на. Что-то там я произвел какие-то там супер... На, еще тогда. Там бомб мало, блин, тех, кто корабль выдает. Я вам тоже выдам по маленькой. Да на, не жалко, блин. Да. И главное, знаете, все одинаково. То есть, ну, враги поменялись чуть-чуть. Количество кораблей, блин. Ужасные, ужасные морские сражения. С этой стороны есть еще кто? Ну, да. Я еще не понимаю, тут реально есть какая-то целостность корабля, что ли? Не дать потопить корабль, по-моему, была такая фраза. Но я что-то сомневаюсь, здесь в этот корабль жестоко настреляли. Он должен был пойти ко дну еще, не знаю, полчаса назад. Что тут? Мне нравится то, что... Типа, нам нужно несколько кораблей, да, мы там их что-то схватим. Один. В итоге один он плывет опять. Где? Где армада? Где? Так поможет мне, а? Где? Кто? А нифига, вот в одного. Один корабль Блада должен нагибать вот таким образом. Все платили, блин, черкову испанскую. Плюс они еще людей у меня должны были перебить, я не знаю, целый город, наверное. Сколько они тут рубятся уже? Или они че, как реально пираты Карибского моря, да? Бессмертные чуваки дерутся с командой Дэвид Джонс, типа.
пока время не кончится, блин, в этом мире. Еще, да, где-то? Не ты там вот? Слушай, а его можно, интересно? Ну, можно, да, потопить? Море, море, блин. Сейчас опять жизни, по-моему, понадобится. Дровяков сколько скопилось? Это что такое? Оп! Давай еще. Оп, оп, оп. Деньги заработать, вытрясти. Они не успевают мне достать, о, упал. Не успевают меня достать, пока я за пушки, что ли. Они просто тупо не пьют. Победа за нами, да. Скоро нет. Вот если бы не было казни, да? Я не знаю, как бы вообще что-то выигрывал, блин. Он же сказал победу за нами. Может, какой-то последний супер корабль, нет? Голландец? Ну, нормально так закрутил-то, а? Какой-нибудь Кратос обзавидуется, как я тут с клинками, блин, обращаюсь. Попал? А я сейчас вот с этой пушки стрельну. Они приближаются! Это ты часто стал стрелять, паренек. Всем приготовиться! Что там подобрать? Да-да-да. Научим! Ну. А, блин, как... 16 врагов уничтожил, а всего 386. 6 к 1, разрубил 4. Потоплено корабль... 8 кораблей, 8. Сейчас, если отнять... Как до 14? 6, да? То есть в следующем бою будет 10. Всего 3 морских сражения, как я понял. В следующем будет 10. Yes. Просто... Куплена, продана, комбинация XY. Блин, здесь попроще как-то запоминать теперь. А улучшения. Мы ничего не можем себе позволить. Мы ничего покупать и не будем. Мы точно, да, я хочу. Я хочу это. Желаю, жажду. Так. Пушки почему-то сломанные у меня оказались. Когда успели. Так, так. Офигеть просто. Я почему-то думал, что только пираты как-то созданы для абордажей. А на какой-то там войне, я думал, таких действий не происходило бы. Ну, чтобы на корабле специально вот такие штуки стояли, открывающиеся, как ты на корабль ничего уже кинул, типа, и все, захват. Не, ну, слушайте, как-то этот... драться интереснее стало. На геймпаде как-то прям удары собираются так нехило. А мышка как-то фигово получалось. А здесь прям как-то раз такие прям пируэти такие. Хоп-хоп-хоп-хоп. Пару раз нажал, и он у тебя там уже не сверкал. Так, ну я думаю, надо всех убить просто. Блин, если в этом вся миссия будет стоять, это вторая по убогости. То есть сначала ты кораблик мочишь, да? Надоедливо, очень долго. А потом тут вот это на одном месте вертишься и пытаешься убить как можно больше врагов. Но на самом деле это, наверное, миссия золотая жила просто сейчас. Наверное, я огромное количество золота набью. Давай, загорайся уже. Я бы сказал, что реалистично, что бомбы нам не вернули, которые мы потратили в прошлый раз. Но не скажу это.
обойдется. Ну давай. Капитан Блад. А его Витя зовут, нет? Или Себастьян Блатом? Просто как бы Витя Блуда я видел, и он, по-моему, он не этот, не пират. Опа! Все, что ли, уплывают типа, и люди кончились. Странно, что ни одного здорового не кинули. А, теперь другие ячейки, да, открылись? А, ну да, только я про здоровых сказал, как. Все, вот они. Уа, там комбинации пошли вообще. Ага, ага. Пострелять-то решил, да? На! Нашел свой стрелок. Оп! Мушкет. Блин. Чего уж выкидывают? Хотя че вот на игру жаловаться? Не релиз же вообще. Какие вообще тут предъявы, да, могут быть? Мало казни, то что он не может казнить, допустим, с мушкетом его обязательно выкидывает, да? Мог бы бить прикладом, но... Реально требования здесь нет. Да никаких. Так, стой, стой, держи. Не того. Вот, того. Ай, откатись, откатись. Блок, а. Я нашел блок. А, все. Ты в моей власти. Оп, 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 оп. Эй, ребят, своего забыли. Вот эти кунглау. Блин, корабль бесконечно длинный, что ли, я не пойму. Хорошо, я сейчас я быстро вас. Оп, не уходи далеко. А еще лучше. А. Мушкет сломался. Оп, как хорошо это было. А, он что, встает, блин. Ну, ты встаешь, чтобы полишиться зубов и монет. Оп-оп-оп-оп. Давай, глотай зубы, глотай. Глотай. Ай. Сразу отыгрался на мелком, да? Как только меня кто-то там ударил, я такой, не, казню того красненького. Я же вроде рапиру брал. Ай. Опять волка взял. Во как. Хочется на будильник поставить. Просыпайся, я бы чувствовал, что меня бьют. Последняя дверь открыта. Его ждут, да? Типа думают, что он сбежит? А, нет. Ну. Ну все, ну все. Ребят, проплывайте, у вас больше нет там дверок. Так. Так, что он делает? Разворачивается? Зачем? Давайте с пушки стрельнем тебя прямо сейчас. Оп!
Капитан, уходим! Злой какой-то. А чё приходили-то, собственно говоря? Сейчас выстрелит. А, уходим, типа, на новый корабль у нас. Неплохо. Вот это вот прокачал. Видали, как я спрыгнул со ступеньки на ступеньку, по сути? Кройте мне вас, я за золотом пришел. Я тоже могу так. Поэтому ты давай, не шибко тут. Да черт бы вас побрал, ушкари, блин. Так, не вызывайте ненависть, а давайте. Не надо. Так, вот, все, смотри, что с тобой будет, чувак. Ты сразу брось свою винтовку. Оп, оп, оп. Как тебе? Как тебе? Контрольный. Реперись. Ну давай. Видал? Могешь так? Грубая сила. Нет ничего лучше. Так, ну мы их перебили, да? Что дальше? Запутаться в ящик. Ну, блин, большой корабль. Надеюсь, ты умрешь, когда ты упадешь. Опа, на. Пойдем с бочкой. Рома, на. Отпей немножко. Сделай глоток побольше. Ты откуда взялся? Ой, а это не наш. Подожди. Как тебе? Почка, печень, комбинация. Давай. А зачем мы эти вот намордники? Че, Ганнибал Лектора, что ли? Не пойму. А куда мы, кстати, идем? Да нет, чувак, подожди. А, это ты, да? Ого, вот это. А так, как тебе? Это же босс какой-нибудь, да? А я пока тут комбинацию, кажется, буду выстраивать, а вы встаньте, я вас... Оп! Блин, даже не босс был, а? Давай сейчас... Оп! Вот так вот со здоровяками будет. Топорик оставишь мне? Сломал топор, смотрите. Я же могу туда, да? А мне надо ли туда вот? Сюда вот. Вот мне надо. Вот сундуком, если только. Ну давайте. Не, ребят, не. Ну как бы, ну вот слишком толстый. Я не хочу с вами вот драться. Ну, по жизни вообще. Нет. Бить дверь. Бей дверь. Так. А. Ой. Да не, все, чуваки, я домой заберу. А, эти ребятишки пришли сюда, да? Так, опять выстраиваем там комбинации, пока там. Вихрь клинков. Так. Вот. Сломал, да, быстро? Вам пофигу, я понял. Да все, не маши, я. Я понял, что вы не хотите, по-честному. Оп! Извините, ребят, я изобью его прямо у вас на глазах. Смотрите, что с вами будет. Так что уходите, иначе я сейчас ящик возьму. Слышь, я ящик взял. Ай, а тебе пофиг, да, я смотрю? Что, особенный что такой, а? Я выхожу из комнаты. Ой. Хоп. Да снимите уже броню свою, блин.
стой. Подожди, видишь, я с ним общаюсь. Мой кулак с его ртом общается немножко. Оп, чё, не такой смелый, да? Шапка слетела, а? Давай, подбери. Чё ты? Всем наглели. Я как чувствовал просто, знаете. Оп. Так, давай, попадай под раздачу. Давай, вставай, чувак. Не надо лежать, точнее. Давай, где ты? Нет, блин, вот опять это... Отпустите меня, они меня бьют. Я, ну просто у меня вариантов как бы мало, у меня жизни-то нету. Сейчас ударят. Блин, я там столько их набрал, столько, что вот. Ну, а можно выйти, да? Круг почет небольшой. Там была лесенка вниз, я спущусь, пожалуй, ребят, опять. Ничего. О-о-о. Ага. Давай, ломай. Ужасно, слушайте. По-моему, мне конец. Блин, как разрядился хорошо у меня. А я вот у него в отместку. Чисто по-быстрому казнить, потому что, блин. Ай, сейчас начнет. Ой, блочек ставит. Да что ж ты? Да умри ты, блин, пистолетный какой засрань. Так, это хорошо, конечно, но... Я могу до него не дотянуть сейчас. Давай, иди сюда. Ваши атаки, месье. Я их ненавижу. О, аптечка. Ну давай, я тебе сейчас тоже. Как тебе, а? Нормально? Отдых уже, он сам ударил. Капитан, я вообще не нажимал. Уже чувствует, что, блин, задолбали. Как я задолбался эти ворота выносить уже. Ребят, вы серьезно, опять что ли? А, ребята, бомбики. Помогают мне вот. На швабру нельзя было поднять? Что это такое? А, это пыш. Не пыш, а как... Давай. Помогите, убивают. Негодяи, зрение лишают. Это как тут. О, пацаны, а вы все это время здесь, да, были? А меня тут, знаете, разбирали, пока я, блин, дошел до... А, что-то какой-то момент был, какая-то мини-игра, но я что-то ее как-то прогадал. Я не подозревал о том, что такие бывают вообще. Уже пол игры прошел, и что-то впервые надо было какую-то кнопку нажать во время боя. Что-то странное. Стой. Дворфы задолбали уже, а? Вам что, показать, где, не знаю, Мордор, куда вам идти надо, а? Среди земли приподнялось, я смотрю. Иди. Разговор с ним есть.
по душам. На! Разок по душам. Оп, 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 оп. Прям по его кругленьким бомбочкам бью. Ага, ага. Шикарно. Давайте, кто тут? Есть еще кто-нибудь? Ай, слушайте, а ему все равно. Ты смотри какой. Иди сюда, иди, хорошенький мой, давай, давай. Скинку почешу. Ну это так, довес, я не буду с ним драться уже. Ты что там спрятался? Ты типа давайте вперед, а сам за ящиками ныкаешься. Вот негодяй. Так, точку сохранения мы создали. Опа, даже не будешь ломать ее? Так, а это капитан. Кто вы? Я английский губернатор Вирджил Морроу. Так, а это? А это Матильда, моя супруга. Матильда? Меня зовут. Я Питер думал, Блад. Она капитан английского корабля. Спасите, наконец. Ой, ужасно. Мы в плену уже 2 недели. Испанцы напали на Порт-Рояль и захватили нас. Они настоящие дикари. Представьте, нас держали в заперти, как животных. Забрали все мои платья и украшения. Разве можно так обращаться? Я капитан этого корабля. Когда начался штурм, он запер нас и ушел. Я бы уже выстрелил в нее. Ужасный человек. Перед уходом он что-то спрятал в ящик стола. В заперти держал и я... Осторожно! Ай! Я чай пил. Осторожно! А нажимать надо? Нифига себе. Я опять отвлекся, там камера центрируется постоянно, и я что-то нет. Икс! Проткни ее, проткни! Лучше сразу... Вот не надо оставлять. Я спас вам жизнь. Я действительно Морроу. Эта женщина, Матильда, и есть капитан корабля. Она везла меня на эшафот. Меня наняли освободить вас. Мы возвращаемся в порт Рояль. Умри, английская собака! Да прекратите уже, я не ожидал, как бы, вот опять это, да, там? Осторожно! О, я держу! Смотри, давай! Оп! Не стреляйте. Кто озвучил вот это? Я спас вам жизнь. Это женщина Матильда и есть капитан корабля. Она везла меня на эшафот. Меня наняли освободить вас. Мы возвращаемся в порт. Умри, английская собака! Я же вроде нажал. Она, наверное, реально тушь свиную тыкала и прям угорала с этого. Ой, блин, ну шо ж ты. Все, я теперь выучил. Здесь А нажимаем, короче. Прям жмем. А если постоянно А нажимать, вот? Как бы ты предугадываешь. Оп. Потом ты X нажимаешь, ты типа прям такой. Оп. А потом Б надо было нажимать? Или Угрик? Угрик? Б-Угрик? Не стреляйте. А нельзя, да, пропустить? Вот тут вот это вот, как бы я... Я забыл, какую кнопку... По-моему, Б, да? Это проблема для меня. Она везла меня на эшафот. Меня наняли освободить вас. Мы возвращаемся в Порт-Рояль. Умри, английская! А, надо нажимать был X! Чувак, прям вот... Я не знаю, как бы, ну... Зачет. О, все, ребята, хорош. Вот хорош, честно. Что-то мне последний босс прям вообще вот здесь вот встал. Давайте вкачаемся, сколько мы там можем. И на этом мы закончим. А, бомбы, здоровье. Здоровья как хватает. Делаю 3 выстрела за раз. Казни. Казнь наполнен героя гневом.
Про гнев опять забыл. Опять я забыл, что можно активировать там ярость эту и фигарить. Но это же куплено, да? Блин. Вот это что-то отрубание ноги, еще нога. Просто комбинация 2, да? Давайте ее возьмем, наверное, но, блин, как-то до этого я умел делать комбинации. Блин. Давайте, наверное, возьмем... Пистолет, блин, пистолет вроде им пользуюсь, вроде и не пользуюсь. Давайте возьмем, блин, иногда нужно. И на этом я серию заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите новые серии, которые обязательно будут. С вами был Краулер, до новых встреч!